Всем привет, с вами Джей. В этом видео я хотел бы вам рассказать про китайское 3D аниме «Клетка духа в воплощении». Красивое, зрелищное аниме, сделанное с большим размахом. И оно сильно выделяется на фоне других 3D сериалов, начиная с графики и заканчивая подачей сюжета. Сюжет вкратце. Человечество в погоне за вечной жизнью допустило катастрофическую ошибку и почти погубило себя. Оставшиеся перебрались жить на маяк. Это левитирующее сооружение над землей. Так как на планете теперь новые хозяева, мутанты, выглядящие как ксеноморфы из фильма «Чужой», другие же похожие на существ из аниме «Атака на титанов». Время от времени людям приходится спускаться, чтобы пополнить запасы и набраться провиантов, рискуя своей жизнью. И во время одной из вылазок командир команды замечает человека, который стоял на плече огромного титана, хотя по рассказам старейшин на земле не осталось людей, кроме них самих. Что скрывают старейшины? Что это за люди, которые научились жить среди монстров? На эти и другие вопросы вы получите ответ вместе с главным героем. На данный момент вышло 2 сезона, 25 серий в общем, длиной по 15-20 минут в среднем. Где-то за неделю можно будет не спеша все это глянуть, растягивая удовольствие. Это аниме вовсю хайпит в Китае, набрав 400 миллионов просмотров за последнее время. Так что можете не тратить свое время на мои рассказы, а просто врубайте аниме в озвучке от Анистар и наслаждайтесь просмотром, только не забудьте отписать потом свое мнение под этим видео. Ну а те, кого это не убедило, слушайте дальше. Начну с плюсов. Первое – это сюжет. При всей окружающей мрачности постапокалипсиса всегда есть место для любви, драмы, юмора, эффектного экшена во время битвы с монстрами, что делает этот мир глубже и реалистичнее. Время летит быстро во время просмотра, так как это настолько захватывает, что сложно оторваться. Это мне напомнило фильм «Сквозь снег», который я также советую посмотреть. Там в главной роли Капитан Америка, кстати. Второй пункт – это графика. Как вы видите, в нее прилично вложились, что также выделяет данный тайтл на фоне других. Это стилизованное 3D аниме, что-то в духе «Звездных воинов». Смотреть боевые сцены – это одно удовольствие. Много слоу-моушена и взрывов. Третий пункт – это персонажи. Яркие главные герои, второстепенные персонажи, которые также являются личностью, имеют мотивацию в своих поступках и так далее. Также стоит выделить проработку монстров, которые выглядят зрелищно, балансируя между мультяшностью и ужасающим видом. Четвертый пункт – это саунд-дизайн. Это сразу же бросается во время просмотра, начиная с вступительного трека и заканчивая сэмплами горлового пения, которое звучит в перебивках. Пятый пункт – это качество. Ну и обобщающий пункт, как китайцы смогли взять по чуть-чуть отовсюду и сделать что-то свое уникальное. В принципе, они такой подход не только в аниме практикуют. Сходство монстров с «Чужим» и «Атаки титанов». Героини, чей внешний вид ассоциируется с персонажами Final Fantasy и игры Nier Automata. Ну и сюжет, схожие моменты с фильмом «Сквозь снег», «Элизиум», «Чужой» и так далее. Создается ощущение, что как будто бы подсознательно тебе это все знакомо, хотя это не портит впечатление вообще. С одной стороны, сложно придумать что-то свое с нуля, где не было бы и капли сходства с другими произведениями, но и опять же, на фоне остальных китайских аниме, в плане сюжета и графики, «Клетка духа» выглядит свежо и оригинально. Такие пироги. В честь 9000 подписчиков решил сделать такой подгон, может кому-нибудь понравится данное аниме. Приятного просмотра, с вами был Джей.